Доброго всем времени суток. Ну и сейчас мы сделаем небольшой обзорчик для меломанов. Они, думаю, будут все рады, потому что Blue Video выпустила новые наушнички T3. Вот, пришли они вот в такой коробочке. Наушники очень качественные. По сравнению с T2 у них звучание еще лучше. Плюс там еще присутствует 3D звук. Вот так у нас все красивенько оформлено. Наушники эти сделаны из очень качественных материалов. То есть пластика там практически нет. В основном металл, кожа. Внутри все та же начинка, что и T2, только усовершенствованная. Ну, инструкции не буду я читать. Половина на китайском. Так, ну оформление мне, если честно, очень понравилось. Вот переходнички у нас идут. Это для тех, кто хочет слушать через провода. Но через провода, если честно, звучание еще лучше. А, чехольчик, извиняюсь. Переходнички также должны быть в комплекте. Да-да-да, вот они. Вот, напомню, что через провода звучание намного качественнее, особенно если у вас хорошая техника. Вот, ну, сейчас мы будем пробовать соединять данные наушнички с нашим гаджетом. Так, еще раз посмотрим, что у нас здесь. Так, все это убираем. Вот. Вот они. Красавелли. Еще раз повторюсь, все из металла. Это металлическая часть у нас. На ощупь довольно-таки все приятное. Сейчас просто посмотрим. Здесь можно регулировать, на какой высоте они будут у нас выдвигаться. Это все понятно, это стандартно. И вот сейчас мы будем с нашим телефончиком делать сопряжение. Bluetooth. Итак, сейчас где она тут у нас? Вот она у нас, кнопочка. Нажимаем. Так, нет сопряжения. Вот, все отлично, все работает. Ну, это опять же наушнички для меломанов, я повторюсь. Вышли они 2,5 месяца назад, но на китайских сайтах они появились вот только недавно. Звучание у них великолепное. Вот. К сожалению, я не буду включать треки, потому что смысла я не вижу, как, ну, передачу звука через видео мы никак не услышим. Услышать и сравнить это все можно будет только в каком-то магазине музыкальном, где представлено несколько видов наушников, либо купив их. Так, довольно-таки все очень интересно, красивенько. Смотрим видео до конца, ставим пальцы вверх, кому это интересно. Вот, смотрим разные мелодии. Опять же, звукоизоляция у наушников, кстати, если честно скажу, не очень хорошая. Ну, в каком плане? То есть, если вы очень громко включите, то есть тот, кто сидит рядом, в принципе, может слышать вашу композицию. Ну, некоторых это напрягает, если честно. Вот еще раз смотрим на них. Все очень качественно, красиво. Ну, мне, если честно, очень понравилось. Ну, здесь на коробке вот указано у нас, что присутствует 3D звук, все характеристики описаны, частота. К сожалению, камера у меня не сильно хорошая, так что, ну, не видно тут.
Но это можно посмотреть на все на сайте, то есть там все указано, плюс да, вы перейдете по ссылке на сайт, там будет все более подробно расписано на нем, показаны даже технологии, как, какие там динамики используются, что там нового внедрили, но это все будет, как, когда зайдете на сайт, если вам будет интересно. Вот еще рассмотрим на них. Всем спасибо за внимание. До новых встреч. Пока.